Из Сочи южный циклон двинулся в центральную Россию. В гидрометцентре прогнозируют тропические ливни почти по всей европейской части страны. Воронеж уже оказался во власти стихии, есть погибшие. Это пожилая женщина, которая не смогла вовремя выбраться из своего дома. А вообще затопленными оказались более полусотни домов, повреждены десятки машин. По данным МЧС, за час выпало более трети месячной нормы осадков. В выходные грозовые ливни начнутся и в Москве. Синоптики ожидают, наиболее интенсивными дожди будут на востоке столичного региона. Сотрудники МОСВодостока уже переведены на круглосуточное дежурство.